Бурятия представила свою культуру на Всемирном фестивале «Кочевник». Он прошел в Монголии с 18 по 20 августа. Собрались участники из Китая, России, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Кореи. Мы сегодня представляем Российскую Федерацию, Республику Бурятия на фестивале «Кочевник», где приехали сюда много из других стран, регионов. И вот мы таким творческим составом приехали сегодня принять участие. Вообще фестиваль – это, конечно, крутой фестиваль. Он очень такой, по объему очень такой большой. Здесь очень много артистов, много участников. Более 1000 кочевников приехали из Бурятии, Хакасии, Республики Саха-Якутия, Якутия, ТВ. Среди делегатов были даже представители ЮНЕСКО. Все очень круто, особенно природа, потому что у нас дома нет такой природы. И жалко то, что мы отсюда ушли. Каждый народ демонстрировал свою культуру, традиции и обычаи. Мы из Кыргызстана, солнечного Кыргызстана. Мы очень рады, что гостеприимный монгольский народ наш очень хорошо встретил. Цель фестиваля в сохранении традиционного уклада жизни и защите природы. Кочевник должен соблюдать законы природы, любить, относиться бережно к окружающей среде. Кочевая среда монголов основана на экологической культуре. Весь быт монголов пронизан экологическим учением. Поэтому мы хотим поделиться основными законами бережного отношения к природе и взаимодействия с ней. Фестиваль прошел в двух ключевых направлениях. Это творческие выступления коллективов мира, а также выставка продажи изделий традиционных ремесел. Диана Левина, Николай Дулбаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».